коротко рассказываю, что я сделала. Жарила вермишель в сухой сковороде без масла, грамм 30. Вот, убрала. Здесь в кастрюле я растопила 100 грамм сливочного масла. Обжарила одну морковку, нарезала. Очень важно здесь морковку слегка обжарить. Минут где-то у меня 5 точно заняла обжарка. То есть, ну, потушила. Так вкуснее получается морковка. Дальше добавила рис. Рис у меня 2 стакана. Вот таких 2 стакана. Зависит от того, допустим, если у вас другой стакан, да, 200-граммовый, просто по стакану. Если 2 стакана риса, идет 4 стакана бульона. Итак, добавила рис, слегка обжарила, вернула сюда вермишель, добавила бульон 4 стакана, это я смешала. И вот куриное мясо. Здесь у меня куриный бульон и куриное мясо. Здесь у меня ножки, можно грудку, можно все что угодно. Просто с ножками получается сочнее. Вот, воду я не буду солить, потому что я уже бульон солила. Я мясо сварила на этом самом, посолила. Лаврушку добавила в бульон, когда варила мясо. Добавила один лучок, черный перец, вот, и этот, куркуму добавила. Поэтому сюда я приправы не буду добавлять. Мне надо, чтобы она хорошенько сейчас закипела. Прям вот сильно, когда закипит. Она у меня на сильном огне сейчас. Ну вот, сильно кипит. Все, я его убавляю до минимума. Ну, не совсем на единицу, но на часа, что у нас тут творится. Как только закипело, я убавила до минимума. Ну, на двоечку поставила, не совсем минимум. У меня единица – это подогрев, поэтому минимум у меня получается на двойке. Смотрим. Видите? Аккуратно приподнимаем. Видно? Вот, жидкости нет вообще, все испарилось. Но рис еще такой немножко влажноватый. Что мы делаем? Ну, он уже готов. Поэтому убавляю я плиту до подогрева. Так вот, полотенцем укутываю крышку, либо бумажным, можно бумажным полотенцем. Получится еще более рассыпчатым. И оставляем, вот у меня здесь таймер стоит. Я всегда ставлю таймер, потому что я знаю приблизительное время, сколько мне надо. Допустим, поставила на 40 минут, через полчаса посмотрела, 10 осталось. Как раз вот эти 10 минут, можно и 15 минут оставить на подогреве, чтобы эта жидкость вся, как бы, она стала рассыпчатой и еще немножко потомилась уже без жидкости. Полотенцем. Соль, вначале солить много не надо, потому что жидкость вся испаряется, потом может быть пересоленым. Ну, а у меня все. Если будут вопросы, пишите в комментариях. Всем пока-пока!